Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 26 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Никиту. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «победитель». Небесным покровителем его является преподобномученик Никита-исповедник Константинопольский. В 8 веке от Рождества Христова, во время царствования императрицы Ирины и малолетнего императора Константина, служил при них смотрителем над всем дворцом патриций Никита. Он построил хорошую карьеру, не прибегая к обманам и козням. Мужчина был богат и наслаждался жизнью. Но в какой-то момент осознал, что чуждо ему все мирское, и созрело в нем желание принять монашеский постриг. Но, однако, новый правитель государства, царь Михаил, ценя заслуги Никиты, просил его не удаляться в пустыню в поисках монашеской жизни. И святой, уступив императору, остался в столичном монастыре. Долгие годы праведник мирно служил Господу. Ровно до того времени, как на трон не взошел новый император Феофил, начавший гонения на иконы. Святой Никита с большой ревностью отстаивал иконопочитание как неотъемлемую часть истинного православия. Но еретики за столь смелое обличение ополчились на исповедника и изгнали преподобного из его обители. Вынужденный уйти, святой Никита долго странствовал, претерпевая все жизненные невзгоды. Дожив до 75 лет, он отошел ко Господу в одном из приморских монастырей. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Карпа, Вениамина, Малетия и Иннокентия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!